разбивают безжалостно кресты, рубят иконы, оскверняют распятия, гробы. Кощунственно, с весельем усердным, то это называют беснованием молебным. Вандалы пытаются уверить, что делают это из благих мыслей и намерений, как дело. Это ложь, которая выдается за правду, разрушая нравственность, утоляя их жажду. Вандалы якобы проповедуют свободу, то есть познают свою истину, блевоту. Но познать истину значит освободиться, ведь так в Священном Писании говорится. Познавший истину и стоявший в истине, защищая ее старательно и пристальней, только такой человек свободен, он всем и всегда на земле угоден. Сгущает пунктиры, постоянно меняет свои ориентиры. Ценности подменяет ценностями ложными, сбивает с пути понятиями безбожными. В этом мире у нас есть главное — праведный путь создать. Главное, а церковь всегда защитит и наставит нас, укажет правильный путь душе в каждый раз. С нами Бог, с нами правда, с нами любовь, с нами православие, влившееся в нашу кровь. Оу, оу.